Значит, мамин бродяга, папин симпатяга. Большое спасибо за внестримовый донат. Давай послушаем Розвел 47 на винте. Глухо. Довольно по звуку так. Нет ни грамма в желудке, без особых идей. Я зверь, я зверь. Ты говоришь, что это очень старое, да, типа что-то? Дверь, мне ночи тоска. Мне нужна наркота. Вот знаешь, честно, блин, вот я сразу хочу сказать, как, вот как пародия, типа, вот в ранних каких-то нулевых как раз, вот когда, вот почему-то всем казалось, что, или может быть это и правда так и было, что очень модно петь это вот именно вот так. Что-то там. То есть, как бы, для меня это звучит как, типа, попытка хуёво спародировать англофонов, там, ну, англичан каких-то именно, да, то есть, которые там, какой-нибудь Oasis, Blur, ну, вот, то есть, у которых, то есть, он поет там, типа, slide away, такой тоже мерзотный голос, типа, блин, сейчас, slide away, что-то там, mess again, вот это вот все, да, и вот, и, блядь, куча есть русских групп, особенно тех времен, у которых вот именно такой же вот тембр голоса. При этом супер дерьмово все звучит. То есть, ну, опять же, понятно, что с поправкой на то, что это, наверное, очень давнишняя запись. Но все равно, как бы... как вот гитара какая-то глухая вся. То есть то вот, что ты любишь в гранже, типа... И при этом гармония такая какая-то. То есть... Тут, ну вот честно, мне лично нечем здесь насладиться. Вот в чем дело. То есть больше бесючих моментов. Я как бы... Я с одной стороны чувствую, что есть влияние реально, типа, что-то крутого здесь. Ну, криво прям вообще ужасно все, на самом деле. То есть, ну как вот по мне... Сложно сказать, что есть такое же, вот, типа, именно, ну, этот голос. Груз провинции в жилах, раздолбаем дыра, 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 выручай себя. Клеосон это, да? Ночи тоска. А, пока грузится еще видос, 9%, то есть пока еще не... Ну, в общем, я скажу, когда грузится. Но будет по этой ссылке. Нет, на 7B нет. То есть 7B вообще полный пиздец. А здесь такое просто как бы кривлянистое. Я не помню.
Короче, объясняю. Похоже на абсолютно любую русскую рок-группу, у которой есть влияние брит-попа. Вот так. То есть все, кто пытался... Ну, почти все, кто пытался закосить под Blur, Oasis и кто там еще есть, собственно, популярные в этом во всем, они как-то вот почему-то вот в какой-то момент решили, что на русском языке это тоже, типа, именно вот так еще, то есть как-то... Ну, что-то звучит круто. Вот. Я, конечно же, не разделяю... такую позицию, что это звучит круто. То есть это больше не гранж, это скорее брит-поп, во-первых. Ну, это все равно пауэр-поп. Я на самом деле тоже считаю, что хотя брит-поп противопоставляют гранжу и говорят, что как бы после смерти Кобейна, типа, вот это... Ну, а это одно и то же, блядь. Это разные сорта пауэр-попа, нойз-рока, нойз-попа, альтернативного рока. По сути, одна и та же хуйня плюс-минус. И... Ну, по-моему, очень странно на полном серьезе говорить, что брит-поп, типа, это вообще другое. То есть, я не знаю, я слушаю Oasis, допустим, там, Slide Away какой-нибудь тот же самый, да, вот, который я вспомнил сразу. И... Типа, блядь, а чем это не гранж, по большому счету? Если, ну, то есть, я, ну... Или, например, какой, ну, этот... Live Forever. Или... Там что-то еще у них такое было, типа. Ну, то есть, на самом деле, вот это, ну, плюс-минус одна и та же история. Ну, как мне кажется. Но тут, да, конечно, ближе вот куда-то вот... Вот, вот кто, короче, кто считается из русских рокеров, типа, брит-попером? Вот, вот, вот это и будет примерно это же. Ну... Блин, мне кажется, даже я что-то знаю, как будто такое же. А, ну тоже, опять же, я знаю, на английском языке они поют, но я не могу вспомнить название. Ну, то есть, может, не, я не знаю, мне как сложно объяснить. Даже не голос, а как бы вот как... Вайб отдает вот этим всем. Такое... Забыл, как называется. Помню мелодию четко достаточно. Помню даже... Я, наверное, сыграю ее даже всю целиком легко, но не вспомню название. Ну, вот такой обзор.